Ступил бродяга на крыльцо и постучался в дверь. «Гостям я рад», — сказал старик, — «но, парень, мне не верь. Ты будешь сыт и отдохнешь у деда на печи». «Да снова, дед, ты это врешь!» «Ну, милый, не взыщи». Бродяга сел на жесткий стул, четвертый день в пути. «Ты, дед, со мною не шути, согрей и приюти. Не смею гостю отказать, что хочешь, что проси. А лучше в погреб полезай, картошки принеси». Ха! «Я стар, ходить мне тяжело», — сказал он парню след. Закрылась дверь, и в тот же миг расхохотался дед. Очнувшись в погребе сыром, бродяга застонал, а пол гранитной головой ослепился и упал. «Комнате тепло, уют, повсюду чистота. Стекает по лицу и ссадины на лбу, но почему привязан он веревкой к столбу? «Ты не умрешь», — сказал старик, заточивая нож. Но парень опустил глаза, он понял, это ложь. «Комнате тепло, уют, навсюду чистота. Yeah.